Автобум. Если на вашем автомобиле до сих пор летние щетки, то вам обязательно нужно заехать к нам на пит-стоп. Пит-стоп. Дорогие друзья, мы начинаем с вами самую неожиданную рубрику «Пит-стоп». Посмотрим, как это будет. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ольга. Ольга, очень приятно. Меня зовут Дмитрий. Знаете ли вы, что такое «Пит-стоп»? Ну, на соревнованиях пит-стоп, когда колеса меняются. А знаете, кто это придумал? Вот, нет. Вы знаете, что это придумал Брэд Питт? Нет, не знаю. Не знаете? Когда он в детстве был гонщиком, он придумал это название «Пит-стоп». Итак, Ольга, пока вы отвечаете на мои вопросы, наш механик Владимир заменит кое-какие детали на вашем автомобиле. Какие? Все-таки это рубрика «Пит-стоп». Какие детали? Не переживайте. Ну, например, посмотрите на свои щеточки. Они у вас, по-моему, летние. Видите, у вас на руле оплеточка. Знаете ли, для чего она? Ну, мне нравится, симпатичная, удобно. А на самом деле, это маленький усилитель руля, так как оплетка дает больший объем рулю, а значит, и усилия вы прикладываете меньше, поэтому мы вам сейчас ее заменим. Ну, теперь у вас будет настоящий усилитель. А также, Ольга, вы получаете сегодня вот такой фокус от Авторадио. Спасибо вам большое за призы. Спасибо за такой шикарный пит-стоп. Я обязательно буду смотреть «Автобум». Ну, вначале мы вам поменяем полностью кузов. Я шучу. Посмотрите на ваши щетки. У вас летние щетки. Разгар зимы. Алексей, как вам не стыдно? А знаете ли вы, где еще можно посмотреть нашу передачу, кроме как на телевидении? Ну, конечно, пока не знаю. Заходите в интернет, набираете сайт «Автобум 63». Надеюсь, помните регион наш 63. Разумеется. .ру. Итак, Алексей, теперь еще одну операцию мы выполним на нашем пит-стопе. Вы видите эту синюю жидкость, и знаете ли вы, что это такое? Ну, конечно, приходилось заливать. Это авиационное топливо. Мы теперь только его заливаем в омывательный бачок. Знаете ли вы, кстати, что на Авторадио придумали 25-й звук? Первый раз слышу. Вы едете, слушаете Авторадио, а в этот момент повышается ваша квалификация водителя. Здесь появляются призы от Авторадио. Алексей, неужели? Да. Можно танцевать. Поздравляю вас! Поздравляю! Спасибо. Желаю счастливой дороги, заезжайте и ищите пит-стоп в городе Тольятти. Спасибо. Для начала мы поменяем вам двери. Мы вам поставим двери, которые будут открываться наверх, и поставим бронированную антисосулистую крышу. Я что-то прям даже растерялся. У нас есть супер свечи, которые мы бы хотели вам поставить. Там супер искра и два электрода. Владимир, наш механик, займется вашим автомобилем. Мало того, что мы вам поменяли сегодня свечи, вы еще являетесь обладателем призов от Авторадио. Вот такой вот потрясающий вам... Ух ты! Да. Обалдеть. Календарик и вот такая потрясающая кепка. Спасибо. Спасибо вам всем, ребята, передача «Автобум» и «Авторадио». Спасибо и вам. Счастливой дороги, не нарушайте правила дорожного движения. До свидания. До свидания. Предоставленное место для съемок автосервис «Виктория». Призы для рубрики «Пит-стоп» предоставил магазин «Форсаж».
А также мы выражаем благодарность генеральному медиапартнеру Авторадио за предоставленные призы и информационную поддержку. Магазин «Форсаж». Всегда богатый ассортимент автозапчастей. Квалифицированная помощь при выборе качественной продукции. Возможность онлайн-консультации. Профессиональное обслуживание клиентов. Магазин «Форсаж». Офицерская, 14, ГСК «Пламя», бокс 285. Телефон 42-99-60. Создание, продвижение и обслуживание сайтов в Тольятти. Веб-студия SEO TLT. Телефон 783606. Автобум.